круто. Хамон, моцарелка. Италия. Честно, мне намного проще выложить что-то в сторис или залить на YouTube какое-то видео о моих приключениях, чем записать что-то такое глубокомысленное. Музыка нужна, давай пой что-нибудь, а я крашусь, типа, под это. Но в этом ролике для гламура я все же решила попробовать. Поехали! Первое – это доверять мнению только действительно важных людей. Все эти «ты страшная», «ты толстая» – нет, меня этим не возьмешь. Точно. Центральный институт дерматокосметологии. Люблю. Быть честной. Честной с собой в первую очередь. Не заставлять себя поступать так или иначе ради интересов других людей. Третье правило – это чувство юмора. Вообще всегда, в любой ситуации. И просто не стоит создавать проблем там, где их нет. Я в своем аккаунте рекламой не занимаюсь. Четвертое правило – это говорить близким, что я их люблю. Ну и, конечно, что скучаю. Ну и, конечно, извините, я была не права. Алло? Да, другой мужик? Да, почти готова. Не бояться оставаться одной. Ну, то есть пойти в кино, или по магазинам, или путешествовать. Попробуйте, это классно. Шестое правило – это выбирать из всего потока информации и всех предложений только то, что действительно важно и приведет к цели. Как тебя там звали? Что это уже за тёлка? Как отписаться? И, наконец, седьмое правило. Иногда можно позволить себе и побыть молчаливой, и побыть в плохом настроении. За это вас никто никогда не осудит. Было? Ну, было и было.